Пробираемся к той заброшке. Архангельская область, деревня Дудино. Пустил первых детей, чтобы они тропинку делали. Как бы здесь в колодец не проводился? Или, или в грибную яму? Там туалет. Вот такой домик у нас. Вот там дверь была, да, вот здесь. Здесь есть дверь? Здесь красный ватер. Да, это тут где дверь была. О, Господи! Чего? Да, там не видно. Почему ну, здесь нету ничего? Как ничего нету? Вот такой домик. А что он такой маленький? А там второй этаж есть. Видите, что-то есть. Смотрите, пуговка. Видишь, пуговка? Да. Пуговка. На. Ух ты! Похоже на Супермена. Я здесь уже первый раз. Первый раз? Да. Тут где-то... Где-то грязь живет. Такая штука. На второй этаж не залезть. Залезь, залезь. На чердак не залезть. Обои даже. Не, по доске не надо, второй этаж не надо лезть. Папик, поможешь мне забраться туда? Там все грязное. Куда? Да поможешь мне туда забраться. Павлик, будешь снимать видео? Да. Снимаешь? Папа, на второй этаж. Там может что-нибудь. Вон там шторка. Вон там шторка. Еще одна. Я. Вот. Место для икон. Колоченные окна были. Но это подвал, на самом деле. Мы находимся в подвале. Пол сняли. Говорят, людей здесь никто не живет. То есть в 2008 году. Как туда пойдешь? Не знаю, как-нибудь. Такой быт был. Вот такая вот древняя бочка. Сейчас достанем. О! Кадушка. Ну, давай посмотрим. Вот такая колодка. Ну, больше кроме бочки здесь ничего не сходит. Старая газета. Что это за старый цвет? Насколько старая газета? Здесь есть старая газета. Какой чудный стульчик. Какой сидеть? Банка. Бутылкачка. Еще банка. Где банка? Вон банка. Древняя бутылка. Понятно. Тут какая-то древняя. Вот банка и бутылка. О, и вот бутылка. Я знаю, бутылка. Это был подвал. Да. Сейчас пойдем. Нам надо... Здесь должно что-нибудь... Какая-то тряпка здесь лежит. Так. Где тряпка? О! Ваня, одна это какая? Вот обычно здесь вот что-нибудь. В древние-древние времена. Ну вот, у меня видно. Там. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня... А, это просто затычка. Мы будем снимать заброшенный дом. Покажи стул. Покажи стул. Нет, это тут такой стол. Стул. Да, ну что? Кадушку снимаю еще раз. И пуговица. Какой-то тоже щит здесь какой-то. Какой-то щит на похоже. Ну, кадушка-то ценнее. Чего? А какая цена? Кадушка? Ну, там, которая валяется, деревянная. И здесь еще есть бочка где. Вот.
Вот она, кадушка. И какие-то банки. Банку не кидай. И штаны спортивные. Или куртка. На самом деле это был подвал, где мы сейчас находимся. Сигарета, понюхай, чем пахнет. Петровская гавань. Такая вот у нас водка была. И как пахнет? Алкоголем. Да. Так, здесь должно что-то быть. О! О, смотрите, что там интересное. Вот такая штуковина там. И вот бутылка. Кусок от бутылки. Это стелька? И стелька. А стельку мы уже снимали. Итак. Ой, здесь какая-то надпись. Ого. Сигареты. Где сигареты? Вот. Мы уже снимали. Итак. Давай открою. Итак. Литурные. Что за П? Да, пустые сигареты. Пустые. Газета «Сельская жизнь». Чего? Тут есть еще сарай какая-нибудь? Да нет, вроде. Как бутылка какая-то. Еще одна. Еще одна тряпка. Да. Зеленая. Говорят, здесь жил алкоголик, который везли, который напился, везли его. Положи стекла, пускай лежат они. Надо это убрать. Кого-то голова. Павлик, не надо труд. Пускай они лежат. Кого-то голова здесь. Наш, это телогрейка. А вон еще сапог один. Здесь какая-то шуба. Еще одна бутылка. А вон там сапог. Ну да, сапог. И древний след. Шучу. Какой? Здесь не древний след. А я смотрю. Итак, полы! Похоже на полы! Ой, подождите. Ё-моё, похоже на тряпку! Это кеда. Это кеда какая-то. Смотрите. С рисунком. Скелетик какой-то. Забирай себе. Вон туда. Даже ботинку. А у меня здесь какая-то много песка набралось. Итак, здесь, конечно, много бутылок, потому что... А бутылки к бутылкам. Бутылки к бутылкам. Вот еще одна бутылка. А в бочке, знаешь, что пусто? Да. Там бы можно сохранить. Не А тарелку куда? Тарелку? Кастрюли! Вот это вот. Это посуда. Какие-то. Рядом остатки сгоревшего сарая. Или бани. Ну, или бани, конечно. Ну, давай, давай, давай.
Опа. Кто упал?